Так, ну вот уже и пятница, и, скорее всего, я этот влог буду снимать, наверное, неделю. И там посмотрим, чего я там все-таки сделала за неделю, не сделала. И сегодня утром я начинаю утро, начинаю рабочий день с построения выкройки. Вот такое она, такая у меня выкройка. Значит, это полочка для мужского супер-пупер кардигана. Кстати, я его кратко себе тут записывала в ежедневнике. И М мужской супер, ну тут типа что большой кардиган МСК, то есть кардиган МСК. Посмотрим. Ну, в общем, вот так вот пока начинается. Потом еще надо будет пряжу доделать. Так, ну вот. Старт номер 5. Что это будет в итоге, вы увидите в конце. Сейчас это еще прямо малая толика от того, что надо. Сейчас маленько оно подтягивается, но после стирки это хлопок. Это все в итоге разляжется. В общем, это очень интересная будет куртка мужская. Так что... Старт номер 5 начат.